учение подходит к колоннам выдвигающейся техники. Вот, поэтому вот совместные авиационные группировки как раз выполняли задачи и авиацией, и вертолетами по поражению возможных группировок, которые могут пройти через государственную границу. Учение вообще имеет оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые мы наблюдаем и проходят на... Совместная авиационная группировка, региональной группировки войск Российской Федерации, Республики Беларусь. Учение как раз спланировано по тем задач, практически всех задач, которые могут выполнить тактическим эпизодом, которые могут быть. Это пересечение государственной границы незаконным вооруженным формированием, проход техники, создание каких-то ударных плацдармов вблизи границ Республики Беларусь и нанесение поражения пунктам управления. Сегодня за выполнением задач, во-первых, высокую слаженность штабов по планированию применения боевых действий авиации, а также слаженность.